Тест шеф-ножа с сайта AliExpress от компании Хежин со сталью М390. Всем мира, добра и любви. Сегодня будет долгожданный тест на топовый нож компании Хежин. Это самый дорогой нож компании Хежин. И здесь у нас топовая сталь М390. М390 считается одной из лучших ножевых сталей на сегодняшний день даже. И вот тестировать этот нож мы будем с заточкой. Это моя заточка, и здесь 30 градусов по 15 градусов на сторону. Будет стандартный тест. Сам процесс заточки и результат заточки, который получился на этом ноже, есть это видео у меня на канале, будет ссылка в описании под видео на это видео. Если кто-то еще не смотрел, посмотрите, как происходила заточка и какой результат получился. Получился очень-очень хороший результат заточки. А также всем желающим, кто пожелает этот тест посмотреть, в реальном ускорении или без ускорения, вернее так, тогда будет ссылка на такое видео также в описании под видео, смотрите. Сейчас же я буду останавливаться только на результатах, чтобы максимально ускорить это видео и показать вам только сами результаты вот тестирования и после каждого среза. Но я знаю, что есть зрители моего видео или моего канала, которые просят меня не ускорять эти видео, поскольку они считают даже количество движений для среза. И в принципе это правильно, поскольку с этого теста можно получить какую-то дополнительную информацию. А так, мы в принципе тестируем стойкость режущей кромки к затуплению на пиковой, на пиковых возможностях этого ножа. Это для тех, кто пользуется только как бы остротой максимальной ножа, и когда дожидается небольшого затупления даже, восстанавливает вот эту остроту. Есть такое, в принципе, такие задачи на кухне. А есть люди, которые пользуются ножом, включая и рабочую остроту. То есть пока нож режет, пока ножом пользоваться комфортно, они работают ножом. И это рабочая острота, я называю ее так. И вот рабочая острота мы определяем до среза одного листа вот здесь. Такая рабочая острота позволяет совершенно комфортно еще как бы пользоваться ножом на кухне. Но это поскольку шеф-нож, я уже не допускал бы так, большего затупления, чем то, которое получается на срезе всего лишь одного вот такого листа после там нескольких срезов рулонной бумаги. В принципе, все тесты есть у меня на канале. Мы уже делали один тест с заточкой 30 градусов на один из ножей, также из дамасской стали от другого производителя. И вот сейчас будет возможность сравнить результат вот топовой стали с сталью китайским аналогом Vega-10 от другого производителя. Что же, я начинаю тест. И в конце видео поделюсь с вами своими впечатлениями и мнениями о этом ноже. Также вот в этом тесте мы проверим не только стойкость режущей кромки к затуплению и выносливость ножа, но и его качество, поскольку достаточно трудно срезать вот эту рулонную бумагу, она спрессованная, это как будто деревянный брусок с частицами какого-то абразива, и поэтому усилия я прикладываю очень много на рукоять, чтобы срезать. И получается, мы тестируем даже вот качество сборки на кухонном ноже. Конечно же, этого не надо, поскольку такого усилия в принципе на кухне нет, но это в принципе для теста очень, я считаю, полезная информация дополнительная. В принципе, все сказал. Теперь тестируем и смотрим результаты.
Итак, закончил я тестирование ножа Хежин из стали М390. И что хочу сказать в первую очередь, что нож выдержал и очень даже неплохо собран. В принципе, почему неплохо? Он хорошо собран, поскольку вообще нет никаких люфтов, то есть он не разболтался, все хорошо держится, а усилия, поверьте мне, надо было прикладывать много, особенно когда уже идет какая-то степень затупления, вы все больше и больше придавливаете к рукояти, чтобы срезать этот рулонный кусочек бумаги, и этот нож выдержал. И что хочу сказать еще, что рукоять мне понравилась. То есть работать очень удобно, хорошо удерживается, у нас сейчас жарко, рука влажная, но рукоять держит, в принципе, вот так, чтобы срезать вот эту бумагу. Конечно же, это не тот случай, когда работаешь на кухне с мясом и так далее, но, в принципе, мне очень понравилось работать с этим ножом. Дальше хочу сказать, что присмотритесь к качеству среза. Он чистый, он реально до самого конца срезал чистые, хорошие вот кусочки вот этой рулонной бумаги. Нет вот таких как будто рваных участков, все срезало очень и очень хорошо. Это мне также понравилось. Также хочу сказать, что изначально, когда он был максимально острый, очень было тяжело попасть вот в этот килограмм, поскольку я так приостанавливался, когда вижу, что веса прыгают, поскольку он так проваливался буквально. Вот немного придавить, на себя потянуть, и он проваливается, и бумага как бы натягивает веса. Но в принципе все удалось, все, я считаю, получилось. Хочу сказать сразу же, что не сравнивайте вот эти результаты с предыдущими моими тестами, поскольку здесь были изменения. Во-первых, мы вот эти 10 сантиметров только тестируем, и я этими 10 сантиметрами срезаю вот эту бумагу. То есть я не режу вот полной длиной клинка, а вот только этими 10 сантиметрами. Почему так? Поскольку, во-первых, мы тестируем эти только 10 сантиметров, а во-вторых, это экономит мне вот эту бумагу, поскольку нож устает быстрее, поскольку я режу только вот этими 10 сантиметрами и тестирую их. То есть и здесь испытание получается на прочность 10 сантиметров и на остроту также эти 10 сантиметров. Что касается выносливости, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 срезанных кусочков до одного листа. То есть выносливость вот такая. Что касается остроты и стойкости режущей кромки к затуплению, вы видели на каждом этапе, на каждом срезе, сколько он срезает вот этих листов бумаги в тесте. Теперь запоминаем эти результаты и дожидаемся следующих тестов. Я буду тестировать все, абсолютно все ножи Хежин и абсолютно все ножи Сензуо вот именно вот таким тестом. И после всех этих тестов я сделаю какую-то там, возможно, таблицу, возможно, рейтинг самых стойких ножей и так далее. То есть все будет. Сейчас же просто результаты. Также будет видео полное, ссылка в описании к этому видео будет на вот этот тест. Возможно, кто-то считает вот эти мои движения и так далее. Все смотрите. Заточка этого ножа также есть у меня на канале. На этом все. Надеюсь, вам видео понравилось и вы поставите лайк этому видео. А также ожидаю ваших комментариев. Возможно, кто-то что-то желает посоветовать или еще что-то написать. Читаю все комментарии под последним видео и отвечаю, стараюсь отвечать на комментарии под последним видео. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, даже которые не касаются этого видео, пишите здесь, именно под последним видео. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Мира, добра и любви.